Анну Корслян в музыкальной школе не нацмены встречает эмоциями. Она первая ученица, которая вынесла имя школы за пределы страны. Из Италии Анна вернулась со специальным призом. Скоро она поедет на мастер-классы вокала в Милан. Значит, наша Анна всегда среди всех учеников выделялась своим именно мощным, одновременно красивым голосом. И с самого начала ее учебы уже был заметен ее ярко выраженный талант. В Италию она попала, так как победила в конкурсе в Грузии «Звезды будущего». Благодаря финансовой поддержке музыканта Вана Армяняна, которая является президентом фонда «Аткен», Анна берет уроки у педагога в Ереванской консерватории. Он же был спонсором ее поездки в Италию. Там она выступила с тремя музыкальными номерами. Анной в городе все гордятся. Она с 5 лет учится играть на пианино. В том же возрасте педагог музыкальной школы заметил ее необычный голос. 13-летняя школьница хочет стать оперной певицей. Փոքրուց երազել եմ երգել լեջ միասնում, չնայած եղել եմ եկեղեցում, բայց չեմ երգել։ Եթե դառնամ երգչուհի, ես անպայման կերգեմ Էջմիածնի եկեղեցում։ Родители Анны музыканты, хотя в музыкальной жизни не участвуют. Мать гордится достижениями дочери. Да ես երազում եմ իրեն տեսնել օպերային բեմում, թեկուզ եկեղեցում։ Анна подбирает музыку в интернете и слушает ее со старшей сестрой. Манушак тоже музыкант. Оба предпочитают классику. Педагог вокала Ирина Корслян говорит, что особый голос Анны – это Божий дар и возлагает большие надежды на нее. Ձայնային հարուստվյալներ, հուսում եմ, որ նա կհասնի մեծ հաջողությունների և ունեմ նրանից ես մեծ սպասելիքներ։ Анна каждый день много и упорно работает, чтобы в один день спеть на большой сцене.